Всем привет, с вами Нью и Зетсу, вы на канале Фрикаделька, а это у нас Прошу, Far Cry помогите. 4. Да, всем привет. Тут у нас человек, который все молит о помощи. Постоянно действующее приглашение. Я распространяю постоянно действующее приглашение на всех жителей Тиртхи и прилегающих деревень. Если у вас есть опасения или жалобы по поводу моих методов или солдат армии короля, знайте, что мои двери всегда открыты для вас. Жду вас в городе Боли. Что истинно для вас, то и есть ваша жизнь. Пол Доплер. Ну, кто-нибудь, в принципе, помогите. Да, если кто-то... Он просто очень грамотно сказал, что если кто-то недоволен, всех приглашаю на беседу. Ну, да. Вы можете высказать свое недовольство. Да, да. Я бы не стала к нему идти, если честно. Никому не отказал. Я не знаю, что делать. Помогите кто-нибудь. Местную семью обвинили в укрывательстве оружия. Если оружие не найдут, солдаты армии короля казнят заложников. Если оружие найдется, этих людей ждет кое-что похожее. Прошу, смех. Помогите. О, как бы... Судьба у них незавидная. Да, это как с ведьмами. Кто-нибудь, помогите! Да. С одной ну стороны. Да, да, давай помогать, конечно. Ну, давайте поможем. Я а что тебя знаю. Ты сломала. Ты поможешь. Подожди. Поможешь, поможешь. В чем дело-то? Армия короля схватила моих родных. А ты что присел? Устал, говорят, что они помогают Золотому пути. Дают им припасы. А это правда? Я не против Золотого пути, но надо знать, во что я ввязываюсь. Да. Они помогают Золотому пути. А, то есть не просто так тебе. Они знают все. Ну. Контакты, тайники, маршруты. Но ее дети ни при чем. Прошу, умоляю тебя. Ладно, ладно, хорошо. Я вам помогу. Хорошо, пошли. Здравствуй, Аджай. Здравствуй. Пока. Кабан здесь валяется, гниет. Ну, хоть сожрали. Может, его уже и выпотрошили. Тут шкурка валяется. Ну неплохо. Подожди, а мы. А мы чё? А, не, нормально всё. Не, почему после этого задания не было написано, что Амита возглавляет Золотой путь? Или было, мы просто проебали? Может быть, мы про это не заметили, но на самом деле плохо знает. А вот знаешь, что я вижу? Мы вот так хорошо бежим. Потом скажешь, что я матюкаюсь, а ты не матюкаешься. Я очень кулюторный. Кулюторный, блядь. Человек, вообще-то. Если что. Да, вот кулюторный тебе слово, в принципе, подходит. Ну, вот именно кулюторный. Кто это? Топиры? Наверное, да. Да не бойся, ты, я тебя не убью. Не надо так орать. Я думаю, заложников не казнят так быстро. Если они подождут, пока я сломаю радио. По они подождут, конечно. Ё-моё. Вниз куда-то. Не, вот сюда. Вниз тебе показано 155 метров. Нет, вниз 155 метров это заложники. А я говорю про вышку. А, ты к вышке пошел, господи, блядь. Я же говорю, они, наверное, заложники. Опа, Ансун, вот этот вот. Это тот самый дерзкий, да? Да. Я тебя убил, и все. Пойдемте искать нового. Нам нужен новый вожак. Этот уже не тот. Что еще возникает? Да, такая у него голос. У него такой голос, да, вот тут именно она как будто вот где-то из СССР сбежала, да. Вот это вот бухгалтер вот это. Да, 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 или там, знаешь, напоминает еще Долорес Амбридж. Не, ну там-то у него более-менее хороший голос. Это прям такой у нос. У да. А-кей. АК-получатель. Капрал Милан Синг. Капрал, разведчики сообщили нам об активности Золотого пути в районе башни Панхан. Представьте мое удивление, когда проезжая там, я обнаружил башню совершенно неохраняемой. Судя по пустым бутылкам, ваши люди неплохо так развлекаются. Не дайте тихой и безмятежной Тиртхе обмануть вас. Золотой путь — это серьезная угроза. Донесите это до своих солдат. Да здравствует король Мин, лейтенант Рамдан Сандхар. Рамдан. Так, мы поехали. Рамдан, дан, 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 что-то. Уровень ассоциаций. Значит, он не слышит, наверное, эту песню.
Ага, вижу. Здесь, конечно, вышки сделаны не очень. Ну, они не очень интуитивны. Там было поинтуитивнее, да. Там хотя... Но они, видишь, деревянные, они не могли здесь, наверное, железо поставить логически, вот если подумать. Здесь не вышка, это вообще колокольня. Куда колокольня? Сколько будем бегать? А вот. Понял. Мы найдем эту женщину, которая озвучила все эти записи. Там мне тоже хотелось бы выстрелить ей прям в голову. Интересно. Но тем не менее, Пейган мне нравится. Он как-то поинтереснее как персонаж, чем там Сабал. Очень серьезный. Амита тоже такая, мне ничего не жалко ради целей. Никому ничего не жалко. Вообще. Охуенный Пейган, классный. Челик, который костюмы делает, тоже такой своеобразный. Женщина, которая всякие видосы снимает, тоже приколюшная. Лонгин, долбоёб. А эти двое какие-то такие серьезные, так. Пиздец. Автомастерская вип-хата. Я вижу. У него интересный способ починить машины. Заброшенный пол. О, потрошат там кабанчика. Дом семьи Райи. Заложники, что ли? Возможно, да. Так, бесплатно в магазинах что-то там. Ты опять где-то по пути проебал этот плакат. Да. Я никак не могу сосредоточиться, забрать плакат. Выкинь ты что делаешь? Он в 9 метрах подо мною. Получается он... О, спасибо, что ты схватился. За лесенку. Он получается где-то вот здесь. Возможно, он, мне кажется, ниже. 9 метров это довольно прилично. Ну, это довольно прилично, я ничего не говорю. А еще. Еще пониже. Ладно, вот сюда, значит. Я вообще не стала бы на такой ветхой материи прыгать. Еще что ли ниже? А, вот он. Да, еще на уровень ниже. Вот здесь, например. Допустим. Ага. Ага. А вот так вот. Ага, ладно, значит, надо как-то отсюда ковырять его. Это возможно. Так... Присядь уже. Да пролезь ты, блин. Вот. А если просто выстрелить? А, ну, можно так. Не, он не пытался выстрелить, он не горит, он не хочет. Он вот только... огоньком. А. Так, ну чё? Свернёшь шею. Это да. Так, ну пойдем освободим заложников. Конечно. Да, пойдем. И да, похоже, это дом Рай. Вот этот, да, вот. Ну началось. Вот он запнулся, просто запнулся. Просто минус нос. Я не знаю, что с ним делать. Ободранные коленки. Я не знаю, его в детстве не давали ему бегать по лужам, типа, сдирать коленки с асфальта. Я... Просто сразу ячейку здоровья. 1/4 жизни убил. Сейчас посмотрим, что там происходит. Дети. Да, это он. Сука, что? Надо их тихо всех снять, чтобы они... Ну, понятно, не поубивать их. Животного не призовешь. Да, он всех забил. Хотя ты можешь призвать куда-нибудь в бок, чтобы они на него отвлеклись. Может, отвлекутся. Не, опасно. Сейчас всех снимем. Господи, это 10 секунд. Она тоже заложница? Не пометилась. Давай, давай. Еще один. Так.
Так, что получилось? Все, иди освобождай. Ну, место хорошее было. Ну да, согласен. Снайпера, конечно, место решает все. Ну да. Получена награда. Так, ты свободен. Поверить не могу, я жив. Да, посмотри в подвале. Наверняка найдешь, да, дом что-то полезное. А ты че сел? Пострадать он сел. Так, ладно, а ты че? Свободен. Хотя как будто они друг друга бы не развязали. Это что, Николас Кейдж? Благодарю за спасение. Вот, он вот, вообще не тут жил. Вот так надо спасаться. Не вот так. Вот так надо спасаться. Все, и смаливается. Осторожненько сматывается. Так, ладно, давай вот этого развяжем. Женщину. Спасибо. Можешь взять что-нибудь из подвала. Но тут у нас уже, по-моему, второй раз в подвал шли. Ну, спасибо. А где подвал? Ищи. Там, походу, какой-то очень полезный подвал. А где последний заложник? Из четверо должно быть. Хвала богам! Я жива! Ты жива. Ты ж... Ты слышишь что-то? Чё он там страдает-то? Здесь так плохо, что ли? Господи боже. Где подвал? А, где подвал? О! Они что, не догадались, что в подвал надо залезть? Матерь божья. Это что такое? Подожди, не понял. Это что такое? Это какой-то кератский? Ё-моё. Ну, ё-моё. Такой обрез симпатичный. Такой обрез классный, давай возьмем обрез. Только нет, давай не за это место, давай за место револьвера, он, наверное, да, маленький. Да. Типа обрезик поприятнее будет. Опять не может выйти. Джай. Да пропни ты себе путь. Да сожги их нахрен. А ладно, не стоит. Не стоит. А пипец, я не могу ничего сделать. Ничего. Ты выйти не можешь, серьезно? Нет, я не могу. Давай он еще раз. Тормози, тормози. Ищите. Эти, ребят. Сука, мы застряли в текстурах. Какого хера? А, вот наверх, кстати, да, я согласна. Вот она тут самая такая. Не показывать. Да, да ты так все патроны потратишь. Вперед. Че, он выйти все еще не может? Серьезно? Там у всех истерика уже. А что тут эти делают? Вот. Блять, сейчас он своей ногой все завалит. А-а-а! Зайдите, говорит, в подвал. Это была ловушка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перемещайся, у тебя карта есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я в ловушке. В огненной ловушке. Вам, чтобы там люди сейчас не поумирали, которых ты спасал, так был. Походу, все. Ладно, вроде живо. А, ну тут еще горит кто-то. Может, я могу уже? Есть! Господи. Ты-то что делаешь? Пойдем хоть проверим, живы там, нет? Загляни внутрь. Ну, женщина жива, но она... Женщина же внутрь загляни, говорю. Мужик жив, женщина жива. Не, трупов нет? Трупов нет, ну все вот хорошо. Она бабоёб, скажи. Да, да, да. Подвал-то не надо было меня звать. Спать пошла? Меня спасли. Боги спасли меня. А, ну да. Она упала не на стой, колени не стоит, не стоит благодарности. Она, видишь, мне молится. Она же говорит, боги спасли меня. Господи, это как всегда, а? Что боги надел? Хранят меня. А как иначе? Ну, блин, она... Видишь, как она подмазывается? Она просто хочет, чтобы ты ушел поскорее. Боги хранят ее. Ну, Джайта, это бог. Тоже на колени упадешь? Это просто
И похер, она в очках. Модная. Давно, блядь, не виделись. О, вот все живы. Да все страдают, ну. О! Как бодренько. Прошу, нет. Сразу же вылечил. Да-да-да. Окей, Гарик. Ну вот, все же, теперь здоров. Че сейчас куда? Ой, блин, я не могу с ними, это что, сопровождение? А, кстати, если мы вернемся обратно, нам еще, скорее всего, что-нибудь скажут. Потому что у них сейчас вот так. То есть это не обязательно, но ты когда возвращаешься, он начинает тебе рассказывать, что спасибо, бла-бла-бла, там, и так далее. Та женщина, помнишь, пить начала после этого. Ну да. Да, NPC-шники, конечно, тут юмористы. Ну, слушай, это лучше, чем вот Far Cry 3, тут там вообще беда была. Чё надо? Там настолько было недожато. Ты не первый мне это говоришь. Поехали. Это Аджай. Что там с коровой? А. Аджай, не могу сказать, что за груз. Это открытая частота. Важно, чтобы товарищи получили его в целости. Звучит странно. Ну ладно, я готов. А? Не могу сказать больше. Высылаю координаты водителя. На что подписывается, хер его знает вообще. Ну вообще можно же у водителя спросить, что он везет. О, автомастерская. Ну, может, и не особо. Там, походу, ничего нет, просто место. Тут где-то должен быть гранатомет. Давай, но побыстрее. Че? Где-то тут гранатомет, он говорит. Подожди. Давай, берем гранатомет. Да, гранатомет надо. А, во. Ну ладно, какой вы настаиваете. Берем гранатомет. Армия короля уничтожает. Не уходи далеко. Мы же на задании. Ну, блин, справедливости ради, реально, слушай, нам авторские права прилетают. Может быть, заглянешь все-таки? По-моему, в настройках была кнопка музыку выключить. Забей. Я понимаю, что монетизации нет. Нам бы еще платили за это, за эти авторские. Ну, опять же, это снижает просмотры. Навряд. Ну, да. Точнее, ранжирование видео. Ой, что, я не хочу этого мочить. Ой-ой-ой. Машину гранатометом. Ой, надо было. Хана мне. Все, давай, видимо, заново. Это все. Вот. Ты вот. Смотри, а машины сразу гранатометом мочи, а челиков уже транспорт, потом. Конечно, мне пофигели. Где угодно лучше, чем здесь. Торговец предложил нам дать под залог статую без поручителей и лишних вопросов. Окей. Мы статую везем? Да. Если надо, метни за ними. Да ладно. Ну там слон разберется, не надо. Ну там не проблема, там уже слон решил все вопросы. Серьезно, грузовик везет. Приближается транспорт. Ладно. Транспорт? Где? Слон решил все проблемы. О, транспорт в натуре. А плохо ты в него слезли. Вот это было хорошо. Полетел. Сейчас начнется потеха. Там мощные укрепления. Проскочу на низкой скорости. Это что сейчас за зверь побежал? Мне кажется, взрываться вообще неприятнее всего, потому что на самом деле при взрыве шанс выживания он выше, чем при попадении пули, если она ровно попадет. Это да. Но при этом если он в тебя прям попадет, ты можешь выжить, или ты будешь очень долго мучительно умирать. Взять инициативу на тебя. Нам не стоит выбирать между прошлым и будущим. А это способ добыть денег на войну и спасти культуру. Ну, тоже верно. Окей. Да. Мне кажется, он его, ладно, нет, не задавил. Какой культурный водитель. О, господи, ничего себе. Все, завез. Очередное задание, очередная помощь Золотому пути. Неплохо. Мы молодцы. Так, тайничочек, батрошка, забегаем. Че, может, что-нибудь почитаем?
А что сейчас посмотрим, подожди, где мы там? Так, а нам, ну, блин, по-хорошему нам бы вот эту ерунду всю собрать, которая здесь есть. Ну, знаешь. Читать все равно надо. Читать надо, да можно в следующей серии начать читать. Значит, надо дособирать. Мы забудем в следующей серии, я тебе отвечаю. Забудем. Что-то собираем. А, чувак. Уровень карты минус 50. Сразу же, минус карма. Одного чувака переехал всего лишь. Я столько людей давлю, а тут именно за этого минус карма. Ну, типа за своих невинных. Окей. Ты чё? Я думал, он пробьет этот шлагбаум. Здорово, слон. Ты тут все развлекаешься? Не, пока лучше гранатомет еще ничего не было. Ой, здорово! Ты как-то любишь... Давай! Хренак! Давай второй! Учись! Давай! Сюда! Плохо. Ничего страшного. Он почувствовал себя Суперменом перед смертью. Я лечу. А мы вообще куда едем? Мы покачиваемся. А вот здесь. О. Нам плакаты не нужны. Кто орёт? Так. Какая-то порося. Топир, блин. Топирище. Опа-на, центр пропаганды. Ну, вот иди. Оно задание это. Давай. Задание центр пропаганды. Теперь вот где получил Робер Иран. Вот оно, да. Тигра. Так, тигра. Тигра мне нужен? Да, нужен. Нужен мне тигр, да. Блин, у меня нечем. Ну, у тебя лука нет, да? Забираем. Бенгал. Так. О, черный водяной дракон. Такой у меня есть. Неплохо. Так, отлично, слушай, отлично. Сумка с металлическим оружием. Можно носить до 15 гранат. Оу, это хорошо. Это замечательно, я скажу тебе. Такой гранат. Мы что-то потеряли цель, по-моему. Да не, идем. Ай, тварина. Какие они синхронисты. Нет, он убил его. И все-таки надо свалить. Предатели. Что, было бы очень хорошо сейчас, если это гранатометом. Он убил заложника. Вот. Ладно. Пидор, мать его? Тигр, говорит, мать его. А тигр, блядь? Тигр, мать его. Тигр. Они охерели, увидели тигра. Но я немножко другое слышала. Опих. А мне нужен какой-то там хер. Нахур. Нахур? Или что это мне надо? Замбар. Замбар, да. Да-да, это олень. Ослень. Ослень. Да. Окей. Джей, давай.
Ну, как у Рабира Ирана хорошее местечко. Я в лишний раз воду не сломал. Слушай, а ты вот попросил уничтожать пропаганду, а ты чего у себя в доме-то не уничтожил пропаганду? Ну, Ленин же заплатит за это. Опа. Ну, давай. Кто есть Рабира Ирана? Давай побеседуем. И поэтому, дорогие любимые братья и сестры в Акерате, никогда не ешьте кератский крабовый рангун. С вами... Офигеть, Джайгейл! Хуй бы закончил нормально. Слушай, дай я пожму сейчас тебе подумаю, руку. Что он помер. Я следил за тобой, ты делаешь очень хорошее дело. Значит, ты парень с радио? Да, это я. Голос свободного керата. Рабира Ирана! Вот, за тобой сила. А мое оружие — слова. И, как говорят, перо острее меча. Короче говоря, я как Раш Лимба, но с душой и совестью. Чел сидит и пиздит просто круглосуточно. И чем больше людей я отвращу от Пейгана, тем меньше ты убьешь. С этим не поспоришь. Но я-то сам могу не так много. Я несу правду и обличаю лжецов. Но кто-то должен испачкать руки. Вот глянь, например, на Чоту. Он по жизни грязный, но так уж вышло. Пистолеты у нас только водяные, кстати. Радищики, мирные люди, понимаешь? А для борьбы со злом нужны бицепсы и что-то там еще. Ты срывал плакаты с пропагандой, это здорово, но пейганская машина пропаганды в ответ набрала обороты. Его люди устраивают временные центры для этого конвейера лжи и круглыми сутками гонят бредятину Мина. Какой у нас план? Видишь это? Я все сам собрал. Думаешь, что-то хоть чем-то мне помог? Да куда там, сидел слюни пускал, толку от этого чувака ноль. Я чел прослушивал радиочастоты армии короля и нашел один из центров пропаганды. И мне нужно вывести его из строя. Сердца и умы, Аджай. Умы и сердца. Нельзя позволять Пейгану лить это дерьмо людям в уши. Это что-то тоже из атаки титанов. И что? Это остановит пропаганду? Нет, конечно нет, но не пальцы. Посвяти наши сердца там было. Я смогу выслеживать новые центры пропаганды по мере их появления и говорить об этом тебе. А ты будешь делать то, что умеешь, надирать задницы этим засранцам. Разнеси первый центр. Вот, блин, эфир. Ну, спасибо, что пришел. Чё, ты сделай чаю? Да, быстро, твою ж мать. Да, это не отель, но мы делаем, что можем. Жарко? Кондёр включить? Чё-то, а ну, вруби кондёр. Да, прости, здесь я хочу знать, жарко. Кто там. Прям Гуантанамо какой-то. Ну, рад встрече. Эй, мы снова с вами. Мы опять радио выйдем? Свободный Керат. Нет! И я Раби Рейран. Загляни в коробку! У нас есть несколько вопросов от слушателей. Вот, например, вопрос от... Блядь, это чай. Она пишет. Привет. Там, а чё то? Я хочу знать, что это там. Чё то там? Что там? Запрошенный кто? Чё то? А всё уже, ладно. Ого! Ого! А ну, в принципе... А там есть какой-нибудь телепорт? А, у меня есть там телепорт. Ну ладно. Я потом смогу забрать вот эту молельню. Ты, конечно, сможешь. Ну давай, пойдем. Заброшенный пруд это был. Так, мы, получается, за серию посетили все три точки, которые нам показали с колокольни. Ну да. Неплохо, неплохо. Рабер и раны и задание будет чего? Окей. Армия короля засела соседнюю лягушку, сот от центра пропаганды. Устранить всех врагов в этой зоне. Ну, это несложно, если там просто вторгнуться туда. Ну, вторгнуться и всех переубивать. Это херня. Погнали. Если просто надо так сделать. Соседняя деревушка. А в деревушке люди живут? Ну, наверное, да. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, какое хорошее место. Ну, лучше, наверное, все-таки пониже спуститься, да? Опять эта музычка такая околоколокольная. Неплохо. Какое замечательное место. А, там под машиной чел. Ты не заслужил жизни.
Чё там кто ругается? А он вон перед тобой прям снизу. Если бы мы знали, что там, но мы не знаем, мы не знаем что там. Что там, правильно. Это именно так и работает. Ты решил просто нахуй поджечь все, да? А, вот эту херню надо уничтожить. Мы сейчас шлепнем ее, да. Что-то сразу ее не шлепнул. Ну, потому что ее надо, скорее всего, чем-то посолиднее шлепать. Еее! Внутрь просто кидай туда гранаты, не мучайся. Недостаточно. Вот. Бегут. Я найду, кто это сделал. Понял. Не надо искать. Так, кстати, гранатомет есть, я тебе напоминаю. Еще что-то нет? Еще что-то надо поломать, да. До сих пор меня не нашли. Да вот. Ага, еще что-то. Может быть, внизу не до конца. Ну, скорее всего, да. Да-да-да. А, эти вообще все живы еще. Не, они до сих пор меня не нашли. Да я про компьютеры. Они не взорвались просто. А, и машины остались. Найдите, кто это сделал. Ну все, хуйерню машины. Что-то ты не то в них кинул. Красота. Уничтожь всех противников, тебе написали. Ну такая муточка, стревожен. Вы солдаты или монашки? Пожар не потушить! О, волки. Пристрелите, тварь! Ищите, выясните, есть там кто-то. Понял, осторожно, ищите. Первый, наверное, тебя обнаружил, да? Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Гранатомет! Ну, иди так. Ты ж как варик. Ну, у волка маловато шансов. Плохо. Давай еще раз. Все. Все? О! Это у нас еще и аванпост, да, получается? Не факт, кстати. А, ну он желтым, кстати, подсвечивается. Вот смотрим сейчас. Это центр успех. Пропаганды успех. Ну все просто успех, отлично. Типа молодцы. Ну просто в этих центрах пропаганды типа тяжелые битвы. Много людей. Ну, видимо, да. И цели помимо людей еще есть. Ну да. Ага. Ну, все, наверное, на этом. Хорошо. Вычищаем, давай тогда на этом закончим. Вычищаемся потихоньку. Да. Решаем тут чьи-то проблемы, как всегда, как любой главный герой любой игры. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.